И всем привет! С вами Низирамос. И мы наконец-то начинаем играть в Паразит Ив 2. Ну да. Опция у нас тут просто замечательная. И давайте, не задумываясь, начинаем новую игру. Да, версия у нас игры английская. Потому что русской нормальной версии в природе на данный момент не существует. Я уж лучше поиграю в английскую версию, чем какую-нибудь жутко забагованную непроходимую хрень, какие мне попадались в свое время. Ладно, новая игра. 4 сентября 2000 года. Центр МИСТ, Лос-Анджелес. Сентябрь 2000 год. Около 3 лет прошло с того инцидента в Манхэттене. То есть с событий первой части. Паразит Ив. После этого я покинула и стал охотником на этих вот, кого тут изображают данные мишени. Я перехватила этих существ, пока они передвигались в сторону Нью-Йорка. Мы же никогда не видели этих мутантов, созданных Евой. Наверное, имеется в виду, что их число начало уменьшаться. Близился конец моей битвы. До одного холодного летнего вечера. В чем дело, Ая? Что, имеешь что-то против маленьких девочек? Я просто сегодня не в том расположении. Что ж, закончим на сейчас. Давайте пока выберем что. На сегодня хватит. Окей. И мы закончили. В частности, потому что мне нужно изменить управление. Тут я использую исключительно управление типа C. Так, я думаю, можно даже... Так, как тут управление идет? Вот так вот мы делаем, входим. Эх, такое идет. Эх. Что-то эхо исчезло. Ну ладно. Это я просто немножко перенастроил. Да, я так, возможно, буду по ходу действия немножко настраивать этот эмулятор, потому что я не умею им пользоваться нормально. Окей, начнем тренировку. Давай. Музыка. Тут нам на выбор дается 3 мелодии, под которыми мы будем это делать. Crazy King. Ambush. Или Pick Up the Gauntlet. Давайте по очереди. Оружие. M9 Rare. Другого нет. Окей. Первый уровень. Уровень 1. Назад к основам. В общем, система активирована. Это такое, отчасти можно сказать, обучение. Старт программы. Так, нажмите R1, чтобы выполнить поиск цели. Цель
цель появляется. Ну, нажмите R1 еще раз, чтобы навестись на цель. Стреляйте в квадрат. Ой, стреляйте в цель. С помощью кнопки квадрат. Да, вот оружие у нас стреляет очередями. Так, возьмите, выберите другую цель. Угу. Это у нас... Если... Так... Если у вас есть дополнительные патроны, и магазин подходит к концу, можно перезарядиться. Так, а если присоединить... Ну, если положить патроны в карман брони, то можно перезарядить... Так. Ну, вот видите, вот у меня 4 слотов брони есть. И я могу перезаряжаться, не дожидаясь окончания. Так, отлично. Перезаряжаемся, еще минута осталась. Тут я понял, тут такая подлянка, что надо сначала вторую мишень выцепить. Оружие быстро перезаряжается у нас. И мы к этому оружию еще, ох, как привыкнем. Когда будем проходить эту игру на другие сложности. Черт, офигеть, сколько я пропускал. Я не буду сейчас тут показывать мастер-класс. Здесь это не нужно. То есть, конечно, да, если... пройти максимально хорошо все это дело, то можно что-то хорошее получить. Но мы этого не получим, потому что я как-то очень уж много. Напропускал. Я думаю, разок сейчас по всем этим пройдем. 8600 очков. 100 дополнительных БП. Вот БП, видите, у нас 300 штук. Это у нас, грубо говоря, местные деньги. Так, продолжаем. Да. Давайте вторую музыку возьмем. Оружие. Наше стандартное. И второй уровень. Так, хороший разогрев. Так, цели двигаются на данном уровне. Стреляйте быстро до того, как цели исчезнут. У цели будет различная сила, зависящая от их цвета. Так, выбирайте свои цели. Ну, в общем, хорошо выбирайте перед тем, как стрелять, чтобы получить максимальное количество очков. Благо патроны у нас есть. И тут они на самом деле бесконечные. Да, у нас можно стрелять по одному патрону. Я вспомнил. Это на другую кнопку делается. Так, по одному патрону лучше стрелять второй раз в оранжевую мишень. Так, присоединяем патроны. Черт. Ху-ху-ху, успел. Дырка. Первый пропуск, по-моему.
Офигеть, успел. Я думал, там надо сразу было переключиться. Давай. Убивай. И перезаряжай. Отлично. Черт, не успел. Я там две или три пропустил, по-моему. Да, сразу скажу, это первая вступительная серия у нас будет посвящена исключительно тренировке. Там я буду вспоминать, как это управляется вообще, что делается и все прочее. О, 200 дополнительных БП мы получили. Да, продолжаем. Ну и давайте третью. Третий уровень. Так, удачи. Она тебе понадобится. Так. Ну, это уж совсем такие инструкции. Я никогда даже не читаю. Это по поводу того, как управлять. Ну, потому что это как раз расчет на то, что... Ну, с этого уже начинается игра, поэтому... И неудивительно, что обучение дается. Так, GPS включен в предметы, которые ты носишь. Так, добавьте в свой... Так, добавляем вот этот GPS, кладем себе в карман, так сказать. Когда GPS присоединен, детектор движения будет отображаться. Ну, в общем, в радиусе 25 и чего-то там. Так. Цели помечаются как желтые точки. В общем, владелец GPS показан в центре. И вверх это означает направление взгляда. Так. Будут появляться синие цели, которые... Нельзя их. В общем, бить. Ах ты гад. Кстати, в бою у нас нет необходимости в этом нажимать кнопку постоянно, чтобы бегать. Ну, тут у нас уже чисто идет подготовка к такому более-менее реальному бою. В плане механики. И да, перезаряжаться тут надо почаще, если есть возможность. Так, ты сдыхаешь. Вот эти монстры, точнее, ну, монстры, изображенные на этих... Вот этих вот штуках, по-моему, как я так понимаю, обозначают монстров с первой части. А всякие вот эти слизняки, вороны и прочая хрень. Змея. Помечен как опасный противник. Кстати, в синей мишени достаточно одной пульки буквально. Чтобы ее убить. Показывает, насколько люди слабее. Вот видите, человек. Причем, по-моему, помечается... То есть это помечается не просто человек, а именно женщина. По-моему, оно как woman пишется в списке. Целей. Ну ладно, пропустили. Вот главное в женщину, если не попадать, это самая большая потеря очков будет. Офигеть. Да, блин. Что-то я очень много напропускал, конечно, ладно. Ты охреневший? Не, что-то вообще очень много напропускалось.
Ну ладно, хотя бы в женщин не попадал. Пока что. Еще у нас 40 секунд есть. На это. Ну, в общем, это я очень ужасно прошел, на самом деле. Столько пропустить мишени, это жесть. Так, прицел, отлично. Ага. Давайте, змейки-гадюки. Черт, зачем я? Чё это? Ну да. Результат такой себе. Да, ни одного бонусного очка не получили. А, ну да, тут нам уже надо нажимать кнопку, чтобы бегать. Знаете, а давайте сделаем, чтобы мы постоянно бегали. Так удобнее будет, я думаю. И посмотрим сразу четвертый уровень. Так, это оружие. Так. О, это турн специально для нее сделал. Да, ну, в общем, это... Надо пройти туда. То есть тут уже нам не говорят, как управлять. А именно идет речь просто о том, что надо сделать. Так, попробуйте уничтожать цели, используя паразитическую энергию. Так, R2, чтобы появилось меню. В общем, выбираете. И посвеченная рамка обозначает зону поражения. Осторожно. Вы не сможете двигаться, пока пока применяете способность. Ну, вот такая вот у нас есть штука. Использование этой ПЕ использует магические очки. Ну, это такие базовые вещи. Не будем тратить на них время. Черт, не хватило. А, хватило, ладно. На этот, вы видите, у нас есть две колы. Это немножко здоровье восстанавливает. И прилично так очков маны. Давай. Так, ты, можно стрелять. Офигеть. Скорпион, по-моему, должен много давать. Офигеть, он непробиваемый, конечно. Это, наверное, тот скорпион, который был в музее, помните? Такая хреновина ходила. Так. Не очень хорошо, конечно, идет. А, скорпиона я понял. Скорпиона надо уничтожать с помощью ПЕ. Ну ладно. В принципе, не слишком пока много пропускаю. Понятно. А, вот видите, подбил человека.
Это офигеть. Такого. Да, блин, я думаю, захватит все-таки того, кто там рядом шел. Вообще никого не попал. Да, блин. Так, а я смогу, интересно, вот так вот сделать? Понятно, нет. Не, просто тупо даже не успел. Но это, конечно, штука очень много маны расходует. Ага. Да. Люди, куда вы лезете, а? Так. О, надо же, сбил. По-моему, первый скорпион, который я сбил. Мне надо дождаться, пока пройдет бой. Ну, в общем, результат ужасный. Ну и давайте пятый уровень пройдем. Как у нас вот это по очереди идет. Так, М9 3Р. Так, это, в общем, самая сложная вещь. В этой тренировке. Тут мы тоже можем сдохнуть. Ну как, то есть, естественно, нам гейм овер не дадут, просто закончится бой. Так, предметы, что у нас предметы? Ага. О, восстановлялка. Маны, две штучки. И восстановлялка здоровья. А, я не могу посмотреть, какая у меня энергия будет доступна. Я думаю, на этот раз без GPS обойдемся, я все равно на него толком смотрю. Если вы не уничтожите цель, ну, сказанный лимит, она нанесет урон. Так, ага, в общем... Надо держать боезапас на готове. 3 минуты. Фух, она уже заготовилась меня атаковать. Блин. По десятке урона они нам делают. Вот эта штука, по-моему, 45 или 50 останавливает лекарство. Жесть. Так, давай, не надо мимо целиться. Не надо не целиться. Ух. Так, восстанавливаем мана немножко.
Фух, давай. Так, снова нас сейчас атакует какая-то хренотень. А ее, я так понял, что ее просто атаковать надо, не обязательно убивать, успевать. То есть нужно просто задеть ее, чтобы предотвратить. Нет, недостаточно. Останавливаемся. Ну да, по-моему, 45. Оно нам дает. Так, давайте перезарядимся, что это. Блин, там можно как-то еще отменить применение магии. Черт, не успел. Ну, как это прошел? Опять же, не очень удачно, я там еще человека сжег. А, да, ждем, ждем, ждем. Конечно, ждем. О, у нее, смотрите, даже более-менее прилично. Так, да, на сегодня достаточно. Ну, в общем, можем покидать это место. Но покидать это место мы будем с вами... А хотя нет, давайте все-таки дойдем до какой-то... Ну, в общем, чуть-чуть поиграем, а то... Ох ты ж. Мигает. Так, надеюсь, так пойдет. Сэр? Понял. Хорошо. Пирс. Это был Хэл, я так полагаю. Именно. Похоже, кто-то... Может, что-то случилось в башне Акрополиса, в Даунтауне. В башне Акрополис? Я была там на распродаже на прошлой неделе. Не на крыше, я полагаю. Хэл хочет... то есть... Агент Болдуин хочет, чтобы ты отправился туда спустя 10 минут. Ну, через 10 минут. Это правда касается НМС, верно? Последний раз я проверял, там был... А, они уже вызвали спецназ. А уже. Я иду, в общем. Если есть НМС, там есть я. Хорошо, только... Да, в общем, я не всегда буду, скажем так, успевать за текстом, потому что тут нельзя. Как, например, по-моему, в первом паразитив можно было как-то... То есть ты выбирал, когда текст прокручивается. Так, бутылочку взяли. Отлично. Да, а тут текст сам прокручивается, что меня, конечно же, не радует. Понял? Так, тут у нас что? Гринбрия, что вы делаете? Вы должны отправляться в Даунтаун. Ну, в общем, телефон у нас здесь, точка сохранения. Сохранение. Создаем новые данные. И удаляйте карту памяти. Тут-тут-тут. Моя машина. Сначала мне нужно приготовиться.
Так, ну, вот приготовиться, так полагаю, имеется в виду зайти вот сюда вот. Эй, Ая! Используй свои БП, чтобы вооружиться. О, Ая, ты получил бонусы предметы в... Ну, в общем, в тире. Давайте получим. Конечно, спасибо. О, хорошая вещь. Ты должен быть хорошо. Ты должен быть хорошо в стрельбе. Стрельбе? Что это должно означать? Так, ну ладно, вообще давайте посмотрим, что тут есть. Понятно, ничего тут нет. Ну, в общем, нам тут ничего не надо покупать, на самом деле, сейчас, перед первой миссией. Так, каждое оружие имеет свой калибр. Вот почему коробки помечены, ну, то есть, патроны лежат в разноцветных коробках. Понятно? Так почему Пирс пытался зарядить 9-мм пробелом в револьвер? Ну что ж поделаешь. Захотелось ему, видимо. О, а вот и Пирс. Так, что там ты нам скажешь? Так, нет еще. Ну да, в общем, он намекнул нам на то, что нам нужно к Джуди сходить. Но мы это уже сделали. Ну, на этом мы будем первую нашу серию заканчивать. Во второй серии мы отправимся в башню Акрополис. Выясним, что там не так и что там так. И есть ли там хоть что-то так. Или там все не так. А сейчас я благодарю вас за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующей серии.